В Сочи приехали основатели стартап-проектов и разработчики IT-решений из Москвы, Казани, Пятигорска и Ростова-на-Дону. Они представили свои проекты в области туризма и гостеприимства. И что важно, смогли напрямую пообщаться с представителями реального сектора экономики города и края. Форум решили провести в Сочи, как на главной площадке страны для внедрения инноваций. На наш взгляд, Сочи в этом смысле полноценный полигон. Мы, к большому вот нашему убеждению, имеем практически всех игроков туристического рынка. У нас все виды объектов размещения, практически весь диапазон из индустрии развлечений. У нас любые форматы ресторанного там, или общественного питания предприятий. И это для стартап-команды это является как главным таким вот стимулом. Мероприятие направлено на развитие инновационного предпринимательства в России. В планах организаторов провести в Сочи в течение года стартапы по медицине, спорту, агробиотехнологиям и безопасности. Конечно же, стартапы привносят свежую кровь, свежие идеи, свежее видение бизнеса. Мы очень рады, что сегодня такое количество людей откликнулось. И сегодня же в рамках открытия новой площадки для основателей стартапов школьницы из Сочи победителю федерального образовательного проекта «Венчурный акселератор» вручили 300 тысяч рублей на развитие своего проекта «Электронное портфолио». Главный смысл этого проекта – это хранение портфолио школьников на этом сайте, где они могут легко делиться с вузами, в которые хотят поступать. А для студентов они будут размещать свои грамоты, дипломы, и будет проще устроиться на работу. Привлеченные инвестиции будут направлены на разработку рабочей версии проекта, интернет-сайта и мобильного приложения. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.